Здесь я представляю работодателя. Хотела бы напомнить о том, что группа компаний «Вобласт» — это производитель передовых коммерческих взрывчатых веществ, систем инициирования и инженерных решений в области ведения буровзрывных работ как для горнодобывающей отрасли, так и для строительной отрасли. Мы являемся преемником международной компании «Орика». Да, вот Вадим Леонидович как раз вспомнил наше юридическое название. И, собственно, что это означает? Вот уже на протяжении более 30 лет наши квалифицированные кадры, те передовые технологии, которые есть у нас в компании, компетенции, наш опыт делают нас приоритетным подрядчиком для ведущих горнодобывающих компаний в России. И я бы хотела, да, не буду останавливаться на тех вызовах, которые перед нами стоят, очень четко вот коллеги обозначили, абсолютно те же сложности мы испытываем, но хотела бы поделиться нашим опытом, да, с тем скромным вкладом, который мы делаем, в том числе в популяризацию этой отрасли, да, в развитие талантов. Собственно, какие направления кадровой политики позволяют нам удерживать наши лидирующие позиции и, более того, несмотря на те колоссальные изменения, которые происходят вокруг, да, те сложности с импортозамещением, которые мы тоже испытываем, мы продолжаем динамично развиваться, собственно, пополнять свои ряды талантов, удерживать самых лучших. Благодаря чему? Ну, первое, наш фокус, он всегда был и остается на безопасности, прежде всего, и те стандарты, тот уровень высочайших требований к безопасности, которые есть у нас в компании, где жизни и здоровье наших и сотрудников, и заказчиков, и подрядчиков, и большой фокус на охрану окружающей среды, собственно, позволяет создавать безопасную среду, и жизнь и здоровье сотрудников остается наивысшей ценностью для нас. Программы безопасности, которые действуют у нас в компании, нацелены прежде всего на предотвращение всех возможных несчастных случаев, да, а не на решение последствий. Безопасность для нас – это в том числе не только физическая безопасность, которая, безусловно, номер один и приоритет, большой фокус, собственно, вот начиная, наверное, с ковидных времен, да, и со всеми событиями, которые продолжаются в течение последних 2 лет, у нас остается также на психологической безопасности наших сотрудников, то есть на создание доверительной атмосферы, да, возможности в общении на всех уровнях организации и обращения сотрудников, в том числе и к топ-менеджерам, если есть вопросы, которые их волнует, вот эта доверительная среда позволяет нам также и привлекать, и удерживать таланты и развивать их. А в компании действует также программа здоровья и благополучия, вот очень созвучно тому, что коллеги из Росгеологии озвучивали, да, это также позволяет нам привлекать и удерживать таланты, начиная с базовых программ, да, и по страхованию жизни, когда с первого дня прихода сотрудника в компанию, да, он не чувствует беспокойства по этому поводу, он застрахован и совершенно спокойно может приступать к своей работе. Есть программы поддержки и медицинского страхования, и мы в том числе работаем на достаточно удаленных объектах, где, к сожалению, не все медицинские учреждения, да, сотрудничают с такими программами, поэтому мы предоставляем своим сотрудникам целевую материальную помощь, которая также позволяет им решать свои проблемы со здоровьем и помогает им в сложных ситуациях. Что еще я хотела бы отметить? Собственно, вот благодаря, да, достаточно длительной истории и нашему международному опыту, да, и в текущих обстоятельствах достаточно успешному опыту локализации, у нас есть возможность принимать и применять те лучшие мировые практики, которые всегда были у нас, но в том числе и сейчас достаточно быстро еще более реагировать на все изменения и достаточно гибко применять также тот опыт, да, который есть у российских предприятий. Безусловно, база сейчас – это материальное стимулирование, да, и здесь нам остается не то, чтобы не отставать, да, но и поддерживать достаточно высокий уровень, но мне хотелось бы также остановиться на тех принципах, да, дополнительных и нашей корпоративной культуры, которые нам также позволяют оставаться номером один для наших сотрудников. В компании действует у нас принцип открытого рынка труда, так называемый открытый рынок вакансий, да, когда для каждого сотрудника
доступная информация о тех позициях, которые открываются. То есть, прежде всего, мы, конечно же, ориентируемся на то, чтобы развивать свой внутренний потенциал кадровый и развивать сотрудников компании для того, чтобы они видели эти карьерные возможности и двигались, и развивались дальше с групп компаний. Собственно, у нас есть прекрасные примеры, когда да, нам 30 лет, и есть сотрудники, которые все 30 лет с компанией, да, есть сотрудники, которые более 20 лет работают в компании. Буквально коротко, мало времени, я понимаю, да, мы, безусловно, продолжаем развивать корпоративные программы обучения. Да, специфика нашего близка к взрывному делу. Это те программы по безопасному и эффективному взрыванию, которые есть у нас. Мы рады предложить не только нашим сотрудникам, но и заказчикам, да, и всем заинтересованным лицам. Собственно, над этим работаем. Есть программа повышения квалификации для всех карьерных уровней сотрудников в компании, которые мы также развиваем. Ну и рады также вот, похвалиться тем, что есть программы для управленческого персонала, разного уровня для молодых назначенных руководителей, да, и для более опытных лидеров. Буквально коротко, спасибо огромное, да, здесь вот представителям разных и высших учебных заведений, среднеспециальных заведений. Мы уже более 18 лет сотрудничаем с вузами на разных уровнях. И, собственно, весь этот период времени мы развиваем программу «Молодой специалист», привлекаем вчерашних студентов и даем им прекрасные возможности попробовать себя в компании не только по своей специальности, но и это достаточно продолжительные программы порядка 2 лет, когда новые молодые специалисты, приходя в компанию, имеют возможность попробовать себя на разных этапах жизнедеятельности компании, не только, например, непосредственно на производстве, но и поучаствовать и принимают участие они у нас в проектах и по снабжению, и по лицензионной разрешительной работе, и по коммерческой деятельности, собственно, попробовать себя вот на разных этапах в разные периоды и участвуя в проектной деятельности. У нас много успешных примеров, когда молодые ребята остаются в компании, выбирают уже для себя то направление, где они хотят развиваться, строя свою карьеру вместе с группой компании «Вебласт». Собственно, тем самым, да, мы в том числе стараемся своим небольшим вкладом, да, но повысить привлекательность горной отрасли. Вот мне хотелось бы на этом сделать акцент, да, безусловно, здесь требуются программы и поддержки вузов и нас как работодателей уже на государственном уровне для того, чтобы популяризировать отрасль, как это было много-много лет назад. Ну и спасибо огромное вам за возможность принять участие, да, с такой актуальной повесткой и представителям вузов за то, что вы делаете, да, в том числе в рамках подготовки и переподготовки специалистов. Спасибо большое. Лидия Геннадьевна, спасибо. Процветание всем компаниям. Потому что от того, как вы процветаете, зависит зарплата наших выпускников. На самом деле это очень важно. Коллеги, быстро, очень компактно. Роман Андреевич Межуев, интереснейший всегда докладывает.